нові види масажу з'являються постійно, і сьогодні ми хочемо вас познайомити з енергетичним масажем, дізнаємося, що це таке і як він допомагає в реабілітації. Отож, до нашої студії ми запросили Катерину Грановську, спеціалістку з енергомасажу і масажистку-реабілітологиню. Отож, пані Катерино, дякуємо, добре, що ви прийшли до нашої студії. Справді, зараз така неймовірна кількість видів масажу існує, і люди потребують все більшого такого впливу на них, окрім фізичного, фізіологічного, і ще хочеться, щоб були і розслабляючі такі види процедур, щоб люди, маючи таку напругу, трошки відходили від неї, правда? Да, конечно. Масаж – это такая процедура, которая помогает немножко расслабиться, да, как эмоционально, так и физически. И давно доказано, как бы наши эмоции зависят от состояния нашего тела, и, соответственно, наоборот, состояние нашего тела зависит от наших эмоций. И когда это все в балансе, человек чувствует себя, ну, можно сказать, счастливым. И действительно, биоэнергомассаж – это новая процедура, инновационная. Это разработка ученых, да, в которой заключили, как знания, базируется на знаниях традиционной китайской медицины, и достигли новых вершин в биоэнергетике, в неврологии, в медицине. И заключили в этом аппарате, в этой процедуре, как бы вот эти все инновации. Угу. И что же это такое? Это процедура, это такая своеобразная перезагрузка всего организма человека, но при этом это происходит очень легко, комфортно и даже приятно. Вот вы знаете, пані Катерино, насправді, зараз, коли бачиш, стільки всього з'являється різних процедур, особливо, коли це пов'язано з технікою, то починаєш замислюватися, що ж там стоїть в основі, і чи вона не нашкодить, і чи кожній людині підходить така процедура. Чи є протипоказання, наприклад, тому що справді можна так вплинути на організм, а потім через деякий час тільки почути відголос. Конечно. А відголос не завжди може бути той, який вам потрібен. Отож, тут наскільки легко це і вільно для кожної людини, і чи може бути справді щось, ну, якісь протипоказання? Може, в людини з температурою, може, в людини погане самопочуття, вона прийшла полікуватися, так би мовити, а їй поки що не можна цього робити. Звісно, є в будь-якому процедуре, в любой втручание, да, в тело человека есть противопоказания. Самое первое, это если человек себя чувствует некомфортно, да, где-то болезненные какие-то ощущения, не на любую процедуру ему нежелательно идти, потому что ему будет некомфортно. Акцент внимания будет на боли, либо на плохом самочувствии. Здесь точно так же. Если человек себя чувствует плохо, естественно, ему эту процедуру делать нельзя. Что значит плохо? Это головная боль, это температура, это какие-то вот вирусные состояния. Это однозначно не надо. А есть вот противопоказания людям, которым однозначно эту процедуру нельзя. Это если есть кардиостимулятор, если есть какие-то онкологические заболевания, которые выявлены вот недавно, да, и, ну, естественно, грудным, ну, в смысле, кормящим мамам, либо беременным. Это вот та категория людей, которым нежелательна данная процедура. Всем остальным... А ось енерго, так? Це пов'язано якось з енергетичною системою, да, можливо. Да, да. Як саме це працює? Взагалі, знаєте, коли чуєш от таку приставку до цього слова, починаєш одразу думати, що ж там працює і наскільки воно ефективно. Ну, здесь получается как, что воздействуя на организм, да, мы воздействуем как на мышечную ткань, то есть не секрет ни для кого, что в теле в любом процессе есть энергия, которая движет той или иной движением, либо той или иной процедурой, или тем или иным действием. Естественно, в теле у нас точно так же. Да? Если у нас, ну как вот принято говорить, вот у меня что-то энергии не хватает, вот что-то мне ничего не хочется. Это наше состояние. И это состояние может зависеть как и от витаминов, которые нам хватает, либо не хватает, от воды, от питьевого режима, от питания, от режима сна. То есть это такой комплекс внешних факторов, которые должны быть в балансе. И что делает эта процедура? Помогая физическому телу, да, мы снимаем те зажимы, те ущемления, которые есть. Очень часто бывает, болит спина, болит шея. И помогая именно физически, мы восстанавливаем кровообращение, восстанавливается лимфосистема, то есть лимфоток. Во время процедуры идет еще очистка лимфы. Каким образом? То есть вот создается вибрация,
за счет определенных действий, да, и как вообще происходит, немножко отвлекусь, как происходит процедура. Одеваются вот такие вот перчаточки, они текстильные, для каждого клиента они, ну, как бы индивидуальны. Угу. Вот, они подключаются к аппарату, и аппарат подключается к электросети. Но воздействие на тело идет не электрическим током. Иногда бывает, приходит, а, это же вы меня током будете бить? Нет. Здесь идет воздействие, то есть электрический ток преобразовывается в импульс, который хорошо воспринимает наше тело. То есть частота этого импульса, она сравнима с частотой вибраций наших клеток, органов. Поэтому для тела это очень приятно, и тело хорошо воспринимает. Ви знаєте, ось, пані Катерина, справді, ми пам'ятаємо ті ще фізіотерапевтичні процедури, ті кабінети, так, які ще були, дуже їх багато, ну, можливо, в деяких клініках ще позалишалися, так, і ще такого радянського зразка ще колись були використані. І справді медицина зараз вже розвивається дуже серйозно, і багато виробників продовжують працювати над саме над такими апаратами, і багато чого є. Ось, чи завжди вони є у нас, теж питання, але деякі є. І справді клініки, які турбуються про свій статус, і у яких є такі показники, вони справді закупають ось ці апарати і працюють ними. Теж досить таки успішно. Да. Тобто ми можемо говорити про те, що окрім масажу, окрім дотику рук, пальців масажиста, ми ще можемо підключати апаратуру, яка буде працювати. І вона працює дуже часто, дуже добре. І ось саме ті реабілітаційні послуги, які потрібно пройти людині, вони також добре потім впливають на стан здоров'я. І реабілітація проходить набагато швидше. Да. З цим також погоджуються і фахівці, тому не дарма такі процедури є. Існують вони. Отож, скажіть, будь ласка, от в яких видах реабілітації краще вони працюють і кому показані саме такі от види? Можливо, це в людей, яких були травми нещодавно, так? Через який час можна? Чи можна проходити одразу після травмування? Чи може там якийсь час треба, щоб тканина зажила, а потім, ну і так далі. Будь ласка. Да, я вас поняла. Ну, дана процедура, ну, как бы предназначена для, в первую очередь, для людей, которые хотят постоянно поддерживать свое здоровье, да, то есть которые следят за этим, но ввиду, опять же, обстоятельств, вам мы живем в такой немножко гонке. Естественно, иногда времени на себя, на свое тело не хватает. И чаще сейчас обращаются люди, когда уже с какими-то проблемами, к сожалению. А как вы думаете, вот, коли не было бы еще проблем, так, не треба была бы нам реабилитация, ось такие процедуры, вони показані? Конечно. Вони показані через деякий час? Они чи показаны як, для поддержания, часу? Да, для поддержания здоровья, это можно делать 1-2 раза в месяц, это то есть каждый даже выбирает для себя свой комфортный график. Кому-то потребность там, в энергии, да, потому что тоже такой показатель. Здесь еще с помощью этого аппарата вот можно и с помощью этой процедуры делать такую диагностику. Если после процедуры человек чувствует там, себя расслабленным, но с таким с поднятым настроением, с поднятой жизненной энергией, да, бежит что-то тонус, делать. Тонус, тонус, да, то, естественно, ну, как бы ему этого не хватало, и он будет за этим приходить чаще. Если, наоборот, человек был в таком стрессе постоянно, да, то есть в напряжении. Он пришел на эту процедуру, он расслабился, и ему хочется поспать. Процедура для двоих будет одинакова, но состояние после нее будет разное, потому что у каждого своя потребность. И, естественно, он тоже сравнит свое состояние до и свое состояние после. Вообще рекомендуется, ну, как бы при, ну, если нету никаких вот таких вот серьезных заболеваний, либо каких-то серьезных проблем, да, делать там 1-2-3 процедуры там в месяц. Либо некоторые приходят на курс, чувствуют себя там отлично и делают такие курсы 2 раза в год. Вот, поэтому, ну, взагалі показано, так? Конечно, от як лікарі ставляться до таких процедур? Це все одно ж треба за показниками, не просто так. Конечно, захотілося конечно, вам сьогодні, конечно. Там, не знаю, може кожен день можна ходити, так? Ну, справді, це ж буде вже занадто. Тобто, треба розуміти, що є доза, є, як то кажуть, процес, є процедура, якій треба все одно слідувати. Ну, процедура робиться в течение 60 минут. Желательно в этот день більше, ну, как бы не применять, да? І комфортно все-таки вот такой вот график раз в неделю. Это и проходить в течение там от 5 до 10 раз в зависимости от состояния и запроса. Если человек, ну, есть люди просто, которые постоянно себя поддерживают, да, ходят на массаж там раз в неделю постоянно, да, кто-то ходит в спортклубы, кто-то ходит в спортзалы.
в бассейны. Поэтому это такой образ жизни. И если человек все время этим занимается, уделяет этому время, то есть он будет как бы поддерживать. А от ви помітили, як люди себе почувають до, наприклад, ну, будь-яких процедур, так, і ті люди, які взагалі не ходять, не займаються конечно, цим. Конечно. Ну, справді їх видно. От да. Ті люди, які ходять в спа-комплекси і отримують і задоволення, так, тому що конечно. Це все одно ж ароматерапія, наприклад, так, це масаж, це да. водні процедури, це все дуже добре і впливає на організм да. людини лише позитивно. Конечно. Ну, звичайно, ми не говоримо про ті протипоказання, про які ми вже сказали, ну, якщо ця людина здорова, навіть якщо людина потребує реабілітації. От ми якраз дійшли до того питання, хотіла ж знову повторити його для вас, пані Катерино. Тож, реабілітація, як саме? Реабілітація після травм. Очень оценили данную процедуру, потому что идет восстановление, быстрое восстановление и комфортное восстановление после травмы. Это могут быть переломы, растяжения, ушибы, очень часто бывают вывихи, разрывы связок. То есть вот после таких травм идет очень быстрое улучшение, потому что стимулируется именно та зона, которая была травмирована. Ну, не, естественно, не сразу, да, а через определенное время, когда уже нету отеков, когда нет синяков, когда посходили, ну, как бы и нету ощущение боли. Вот. Тогда, да, можно рекомендовать. Ну, а, и все одно ж, це треба робити цю процедуру лише там, де у вас є проблема. Чи, первые процедуры нет. Первые процедуры, так как идет воздействие, и, ну, самая основная цель этой процедуры – привести в баланс все системы и органы, жизненные, важные органы, да, человека. И очень часто просто бывает, да, как бы, исходя опять же из опыта, если болит поясница, это не всегда проблема в пояснице. То есть иногда, может быть, она, ну, зависит совсем от других обстоятельств, та вызванная боль, с которой человек пришел. Вот. И тогда, естественно, нужно привести, снять зажимы по всему телу, да, и уже человек сам говорит, где его больше что-то беспокоит, либо где у него там... хронічне. А от ви справді часто з такими людьми зіштовхуєтесь, так, в яких зажими. Ну, я думаю, що тут можна зробити вже, мабуть, якийсь підсумок, що більшість людей мають зажими, так? З чим вони пов'язані ці? Я вам хочу сказати, що, ну, звісно, як я вже от в початку нашого з вами розмови сказала, що дуже часто емоціональні люди, і які от підвержені таким стресовим нагрузкам, ну, очень часто эти зажимы видны в теле, да, потому что у нас это все настолько взаимосвязано, что человек понервничал, да, он что-то где-то зажалось, он что-то где-то хотел сказать. Это один из вариантов. Когда вот человек расслабляется, ему становится легче. Бывают такие, которые вот у нас к таким зажимам, спазмам приводят определенные привычки. Вот мы неправильно там сидим, мы неправильно спим, да, и ага, человек... А может, мы зараз как раз дізнаємося від вас, як це робити краще, так, щоб не було зажимів. Естественно, ну вот мы, самый простой пример. Очень часто многие любят сидеть нога на ногу. Это такая вот поза, она удобна, иногда красивая для девушек, да, когда они там особенно в каблуках. Но, ну так, звичайно, да. Хочется ніжки показати, да. гарну фігуру. Но с позиции здоровья, из позиции распределения нагрузки в теле, это... апріорі неправильна позиція. Це я знаю, лікарі завжди про це говорять, але все одно, оскільки років вже говорять, все одно жінки продовжують так сидіти. Ну і чоловіки деякі також. Звісно, за счет вот довгого такого сидіння, це вже привичка, да, у чоловіка нарушається обмін веществ, нарушається кровоток, і ті мишці, які повинні працювати, вони пережимаються. І, звісно, вже починаються питання. Саме, взагалі, саме вот актуальна проблема, з якою приходить, це перекос тазу. Да, ну, если мы вот так вот сядем, естественно, мы сидим уже неправильно. У нас так, плечи... терминово выправлять такую ситуацию. То есть у нас плечи начинают... Сидеть повинні рівно, так? Ну, смотрите, рівно. Мы должны сидеть, чтобы наша спина чувствовала опору. То есть все время вот так вот вы сидеть не сможете, у вас будет нагрузка на поясницу, ага. она быстро устанет. Теж погано. Тобто поэтому... треба так, лягти, так? Краще лягти. Отличный вариант. А от лежати, ви теж казали, що не завжди люди правильно лежать, тому да. що теж є проблема. Да. А як лежати, як спати правильно? Очень часто, особенно больше в молодом возрасте, вот подростки любят спать на животе. Да, на животе голова
постоянно на боку, на одном. Это тоже к этому мышцы. У мышц есть мышечная память. Они к этому привыкают и понимают, что, ну, так, наверное, нормально. Начинается по-другому идти кровь, лимфа двигаться по-другому. Естественно, это ненормальное состояние для нашего тела. И начинаются, ну, как бы вопросы. А правильное положение, чтобы стараться по максимуму, если мы даже, во-первых, самый удачный и удачная поза — это спать на боку, ну и менять одно положение на правом, на левом, да, потому что если все время опять же спать на левом либо на правом боку всю ночь, да, встаешь и чувствуешь себя некомфортно, потому что мышцы затекли, вот, поэтому здесь должен быть тоже баланс. И самое правильное положение — это если вот, вот часто болит, да, там шея, остеохондроз начинается, чтобы между ухом, то есть и плечом, была подушка. И подушка должна быть средней мягкости. То есть не сильно мягкая, не сильно большая и не, наоборот, не маленькая и не тоненькая. То есть многие даже вот когда покупают себе ортопедические подушки, да, им становится некомфортно, потому что, ну, вот, тело привыкло спать по-другому. Mm-hmm. И когда начинаешь выводить мышцы из их зоны комфорта, становится некомфортно человеку. Но в таком положении, да, начинает восстанавливаться кровоток. А если еще человек понял, что у него что-то где-то не так, сходил к специалисту, поправил все, то, естественно, он уже и перестал делать так, как он делал, он уже не вернется в это состояние. И спазмирования мышц не будет. Угу. Ну, часто мы же сами помічаємо, мабуть, прокидаємось зранку і розуміємо, да, що десь, да, залежали. От, да, так кажуть, да, є, да, так, прям от залежали бік, чи там руку, чи щось іще. От поэтому рекомендують утром делать зарядочку, да, чтобы, ну, так, размять, так, мышцы. Щоб хоча, да, б трошечки тіло привести в норму. Да. Стояти. Так, не треба увесь час сидіти. Ті люди, які сидять, сидять усі 8 годин чи 6 годин за робочим столом, наприклад, так, вони теж можуть наражатись на небезпеку, тому що сидіти теж це досить таки неприємно і організм не витримує. Треба трошки вставати, може походити і знову сісти, ну, тобто якісь перерви треба робити. Звісно. Ну, так. І, як би, да, так, як це от все прийшло к нам із восточної філософії, що мені подобається от в цьому підході, що, як би, люди Востока, вони відносяться к своєму тілу як к единому целому, как энергетически, физически и, соответственно, психологически. Если они соблюдают, то есть достаточно физической нагрузки, есть достаточно питьевого режима, правильная еда, ну как правильная, достаточная еда для того, чтобы поддерживать свою функциональность. Вот, тогда это здоровый человек. А если мы, ну, сегодня прибежали, что-то не поели, не попили воды, не сходили на, там, даже просто не походили, да, естественно, у нас начинается дисбаланс во всех органах и системах, что и приводит потом к каким-то последствиям. Ну, вот вы знаете, пані Катерино, справді непогана тема для того, щоб, для розуміння. Да, так, щоб змінити своє життя. Але, да, я думаю, що не кожен вирішить зробити все кардинально інакше, тому що, ну, якісь комфортні вже складені умови. Все одно, навіть якщо людина себе загнала в якісь рамки, то ці рамки для неї існують, і вона поки що в них рухається, вона почувається наче нічого. А тільки тоді звертаються, мабуть, до фахівців, коли вже щось вийшло з, да, ладу повністю, да, і треба лагодити, да, тут і зараз, бо інакше ніяк. Ну, от ми чомусь так зараз живемо, бо такий темп, життєвий темп високий. Дуже. Да, согласна, но когда ко мне приходят вот такие люди, я пытаюсь донести людям, да, что вот, ну, вот такой темп життя может привести к быстрому, ну, как бы так сказать, да, выйти с этого темпа быстрее, чем нужно, чем способен на это организм. И когда человек осознанно начинает подходить к своему здоровью, да, он начинает соблюдать питьевой режим, потому что для мышц, для состояния кожи, да, мы все любим, чтобы мы были красивые, нужна вода. Но вот так вот, если разобраться, мы именно вода, чистая вода, не просто там вот напитки, чай, кофе, нет, а именно вода, которая вот питает в любом химическом процессе в нашем теле, задействована вода. И если ее не хватает, естественно, идет нарушение тех или иных процессов в нашем организме. Поэтому здесь такой комплексный подход к своему здоровью. Пані Катерино, я вам дуже дякую, що справді ви так зараз знову нас в той правильний ритм намагаєтесь втягнути, щоб ми зрозуміли, що справді треба жити так, як би нам хотілося якнайкраще, щоб були результати, щоб ми не просто загнали себе. Да. Багато хто зараз просто живе на
на зносі, як то кажуть. Так? Тобто ми ніяк не зрозуміємо, що трошки зупинившись, можливо, нічого і не зміниться в нашому житті. Знаєте, іноді, от, ну, я ще й увлікаюсь психологією, то есть у мене є психологічне образування. Дуже часто іноді от провожу таку паралель, що іноді травми фізичні у чоловіка – це як би такий значок остановки в його ритмі. Да? Обратиш на себе внимание. Есть... Так, це теж працює, звичайно. Да. Пані Катерино, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні в нашій студії. Справді, ми всі трошечки та замислились про той темп, про ритм, ну і взагалі про весь наш організм, адже це єдина система, єдина. І тут із, як то кажуть, з одного з чогось починати неможливо, тільки так. Одне щось вилікувати. Треба працювати повністю над зціленням свого тіла і своєї душі, звісно, щоб все це працювало гармонійно, і лише тоді ми будемо задоволені життям. Я вам дуже дякую, тож сподіваємося, що все буде добре у кожного з нас, і зустрінемось за декілька хвилин.